Тренер Абель Санчес в интервью ABC News заявил, что его казахстанский подопечный Геннадий Головкин заставит замолчать своих критиков после победы над американцем Дэниелом Джейкобсом. Он призвал не верить мнениям журналистов, которые считают, что у Джейкобса есть шансы побить непобежденного Трипл Джи. Я думаю, даже надеюсь, что после боя те ребята, которые критикуют Головкина за слабую оппозицию, перечитают заметки, которые выйдут в ближайшие месяцы, о том, что это очень сложный соперник, и что у него есть все необходимое для победы над Геннадием, потому что когда Головкин его побьет, и сделает это с легкостью, я надеюсь, что он получит признание, которое заслуживает. Приводит слова Санчеса в ринге.com. Лично я считаю Джейкобса наиболее одаренным атлетом, и сильным панчером, из всех, с кем встречался Головкин. Он может боксировать. Да, у Дэнни была неудача с пирогом, но он абсолютно лучший боец, с которым нам доводилось драться. Добавил Санчес.